Когда пожилая оренбурженка вышла из поликлиники, к ней подошла подозрительная женщина. Та начала спрашивать о ближайших магазинах, поинтересовалась и здоровьем бабушки. Она меня спросила, вы болеете, да, вот проболела. Я вижу, вы вам здоровье, давайте пересядем на скамейке. И я смотрю, у вас на вас порча, я смотрю, на вас навели порчу, на всю вашу семью. Сразу после этого разговора к неизвестной женщине подошли ее сообщницы. Они все вместе стали уговаривать пенсионерку совершить ряд действий, а потом закопать на кладбище все деньги и золото. Причем настаивали, чтобы оренбурженка взяла в долг у знакомых. Всего пожилая женщина отдала мошенницам около 130 тысяч рублей и золотых украшений на сумму 70 тысяч рублей.